Что, сложный матч был. Дотерпели до конца, дождали свой момент, забили два гола, поэтому выиграли игру. Результат есть, все довольны. Ваша первая официальная игра за Салават Юлаев. Чувства, эмоции сейчас? Конечно, и на поле были чувства, эмоции. Конечно, немножко, когда силы покидают, чуть-чуть это угасает, но все равно. Как физически себя чувствовали? Физически чувствовал себя отлично. Я сам, если честно, удивился, думал, буду вкатываться, а получилось без вкатывания. Ну, вот эти 8 матчей, как вы смотрели, как переживали за команду с трибуны? Я устал смотреть, я просто скучал по хоккею, даже по, я не знаю, тренироваться, конечно, это не играть, да, Дэн? Вот, поэтому, слава богу, что все так сложилось, поэтому хорошо, все, соскучился, сыграли, выиграли, все молодцы.